В городе Хасавюрт состоялась встреча депутата Народного собрания Республики Дагестан от партии «Единая Россия» Висим Пашиханалиева с избирателями. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации города Исмаил Дадаев и руководитель исполкома городского местного отделения партии Азиз Азизов. Были рассмотрены темы о реализации ранее обсуждавших вопросов относительно состояния дорог, очистных сооружений, а также открытия автомобильного движения через железнодорожный переезд в одну сторону из города, чтобы разрешить проблемы с образованием автомобильных пробок при въезде в город. Затем состоялась встреча с начальником ГУВД Арсеном Гусейновым по работе участковых инспекторов. Начальник полиции Арсен Гусейнов поддержал предложение депутата Народного собрания Висим Пашиханалиева в создании в микрорайонах города опорных пунктов участковых инспекторов полиции и заверил, что окажет всяческую поддержку совместно с администрацией и общественностью города в улучшении и усилении работы участковых инспекторов полиции.